Так, для тех, кто активно спрашивает про вопросы экономии салфеткой. Здесь, видите, да, осталась еще жидкость. А? Можно вот почистить одним краешком салфетки, если это принципиальный вопрос. Второй краешек как бы оставить в тюбике. И уже вторым краешком, вторым этапом очистить. Вот у меня неполная одна салфетка, она ушла и на лицо, и на шею. Скажите по ощущениям, как было вам? Щипет. Легкое покалывание, тепло. А? На нос наносим без проблем. Просто смотрите, если помните кровообращение верхнего и нижнего века, да, то там от лицевой артерии идут ветки в том числе. Я поэтому нос к ней рискнула, хотя здесь вот как там меня... Ну, во мне, видимо, больше хирург говорит. Здесь уже лоб сработал, да, да. Его тоже буквально капелюшка уходит. Вот так, видите, как скатывается. А потом салфеткой очень легко до кристаллизации. Тут нету вот такой секундомерной времени. Передержать его страха нет. Нету. Так вот. На свои ощущения, да? Самом на. Да, то есть. Не смывается.